утро. Сегодня 29 мая 2018 года. У нас в одной школе осталось 2 дня, в другой чуть побольше, потому что они по-разному смогли сократить тот разрыв, который они сделали во время забастовки. Я иду более чем простая такая учительница. На мне шикарная блузка. Она хэбэшная, причем она вот здесь в кружева вся переходит. Я рукавчик поближе покажу, но вот сама блузочка, она точно так же. Вот здесь вот маленькие вышивочки, потом гуще, и перешло в кружево. Шикарная такая блузка, любимый цвет мой, лазуревый, я его обожаю, вот эту бирюзу. И у меня брюки есть точно такого же цвета, есть чуть поярче. А я выбрала вот эти чуть потемнее, они такие уже с большей зеленью, чем блузочка. Ну, так, вроде как монохром, но все равно чуточку различается. Захотела низ потемнее. Босоножечки у нас любимые, из разряда привезли из Бостона. 2 года назад я ездила, или ты уже? И так вспоминаю, потому как обуви привезла от Люси много, очень много. Но все остальное покажу поближе. Вот так вот, вот по рукаву покажу, вот так вот все это переходит. И на блузке точно так же, вот точно так же все. Ой, шикардос. Шикардос и хэбэ, кто сильно любит хэбэ. Есть у нас хлопчатобумажные вещи. Так, из украшений на мне вот такой зуб. Он с двойной ниточкой. Одна вот здесь просто с висюлечками, одна вот с таким шикарненьким зубчиком. И мне вот эту вторую надо бы, конечно, под горлышко, но третью я же не стала. Зато я сегодня повесила сережки. Вот такие у меня есть серебряные сережки. И они у меня висят давным-давно, и я их, по-моему, надеваю первый раз. Сейчас пошла в фирму посмотреть, а там просто написано серебро. А, видимо, фирма была на другой написана. Здесь у нас вот такая вот прелесть. Спасибо, сейчас посмотрим. Здесь у нас бабочка, здесь у нас тоже Люсина колечко. Здесь у меня вот такое есть кольцо, и вот это вот от моего любимого автора. В принцип, который too much is not enough. Очень много, недостаточно. Это про меня, я с ней абсолютно согласна. Люблю, не могу ее произведения. Из ароматов у нас пошли в этот же цвет. Мы сегодня все в одном цвете. I love love от Moschino. Мы нашли голову, когда убирались перед гостями. Какая красота убраться перед гостями. Я даже выдуваю все перед домом, хотя это жененные обязанности. Мои же гости идут, я уже для них и стараюсь. Майя, у нас все так же. Мы вчера подсадили вот эти вот цветочки, вот эти махонькие на осень. Это impatiens. Они очень хорошо себя ведут осенью. Поэтому, когда у нас здесь будет затишье, у нас будут вот эти кусточки цвести. И у нас будут цвести, сюда же вернусь, вот moss rose, который я посадила. Вот этот я вчера дополнительно еще добавила. Они у меня в огороде сами сеются, сами всходят. Ну, поздновато вот так всходят, но тем не менее я их всегда добавляю. Там розочки надо снова обрезать. А постоянно надо что-то обрезать. Это у нас вот такие тут розочки очень красивые. У нас очень хорошо. Вот всю весну хорошо, лето хорошо. И на осень я вот подсаживаю. В основном беленькие еще кашечки всходят. Я тут их рассыпаю. И вот эти два вида цветов у меня осенью радуют. Глаз прямо ковер из цветов. Спасибо, будет, что на меня посмотрели. С вами была Галина Смис. Сегодня самый лучший день. Всего доброго. Пока-пока.